Дорогие зрители, всем привет! Сегодня будем с вами готовить наивкуснейший десерт или крем заварной, даже можно назвать его. Но это не обычный заварной крем, который делается из молока, а мы будем делать на основе фруктового сока. И поэтому будет называться курт. И этот курт у нас сегодня апельсиновый. Нам нужно выдавить из апельсина максимальное количество сока. И для того, чтобы выдавить полностью весь сок, нам нужно прогреть апельсины в микроволновой печи секунд 30-40. Вот из двух апельсинов у нас вот примерно вот так получается цедра. Значит, примерно, вот видите, 150 миллилитров, ну, около 200 миллилитров сока у нас должно получиться. Сейчас в миске соединяем все ингредиенты. Перемешиваем. Так, добавляю крахмал. Сахар. Сок отправляю. Добавляем цедру. Все перемешаю и оставлю на минут 30-40, чтобы цедра дала свой аромат. Затем будем заваривать, как обычный заварной крем. Ну вот, прошло где-то 40 минут, и сейчас нам нужно будет эту смесь процедить. Теперь берем сотейник, в котором будем заваривать эту смесь, и процеживаем. Нашу смесь ставим на средний огонь и будем постоянно помешивать до загустения. То есть точно так же, как мы завариваем заварной крем, будем также и наш апельсиновый курт заваривать. Сейчас я добавляю сливочное масло и все, буду помешивать. Постепенно начнет густеть, потому что там присутствует крахмал. Посмотрите, смесь уже буквально за считанные минуты начал уже густеть. Вот, пожалуйста, вот такой вот очень прекрасный крем. Как только начинают появляться пузырьки, вот видите, пузырьки, все, значит, уже крем готов. Плиту выключаем. Еще буквально несколько секунд вот так вот интенсивно помешиваем. Крем готов. Очень гладкий, нежный. Прекрасная структура этого крема, и можно абсолютно все десерты заполнять. Ну, например, те же эклеры, профитроли. У меня на канале есть рецепт, хороший рецепт эклеров. Я оставлю ссылку под видео. Можете посмотреть.
Есть еще один рецепт, скоро появится на канале, тоже касается эклеров. Там немножко по-другому рецепт. Крем остужаем до комнатной температуры, и уже можно пользоваться или просто кушать как десерт. Я хочу взвесить крем и показать вам, сколько получается из двух апельсинов курда. Да? Так, сейчас. Угу. Так. Кстати, я уже попробовала и просто обалдела. Я больше никогда не буду делать обычный заварной крем на молоке. Буду использовать всегда такой. Вам очень-очень понравится, я уверена. Вообще замечательный крем. Я его делаю первый раз и просто в восторге от него. Вот, смотрите, получается 384 грамма, да? Примерно, ну, там 300-400 грамм такого вот крема прекрасного. Вот таким кремом можно совершенно спокойно промазать торт, который, наверное, диаметром 20, даже 8 сантиметров, мне кажется. Вот. Мама.